Ребятушки, всем привет! С вами канал Обзор Терапии. И сегодня у нас на повестке дня одна необычная вещица. Я бы сказал, не просто необычная, она важная. Она важная для нашей безопасности. Это отпугиватель собак. Я посчитал, что это слишком важная вещица, чтобы пропустить ее просто в какой-то куче посылок. Этот отпугиватель собак стоит всего лишь около 3 баксов, даже меньше, 2,80. Я смотрел несколько видео с ним, и мне было очень интересно, как же он работает на самом деле. Давайте поближе посмотрим и распакуем его сначала. Так, он был в двух цветах. Я взял черный. Чтобы поменьше привлекать внимание, конечно. Для него, чтобы он работал, нужна батарейка. Батарейка не пальчиковая, а крона. Не знаю, как ее еще называют. Она у меня есть. Вот такая. 9-вольтовая. Отпугиватель работает на ультразвуке. На этом отпугивателе есть два варианта силы ультразвука, которые он направляет на собаку, и просто лампочки. То есть не просто лампочка, это ослепляющий вот такой свет. На самом деле я ловлю зайчиков просто сразу. Возможность включить с меньшей силой ультразвука — это для дрессировки. Тут на самом деле так и нарисована какая-то собачка, которая стоит на задних лапах. При дрессировке лампочка просто горит постоянно, когда вы нажимаете. И возможность включить на максимум — это чтобы собака, видимо, убежала. Написано было, что человек не слышит этих звуков, но на самом деле я почему-то их слышу. Включим на слабую мощность и послушаем. Я немного слышу, и он меня немножко раздражает. Включим на максимум. Этот звук уже реально бьет немного по ушам. Может быть, у меня какая-то суперспособность, но какую пользу она мне приносит? В общем, неважно. И когда мы включаем на максимум, то лампочки здесь мигают. Видимо, это еще больше должно раздражать собаку. Я проверял информацию. Все пишут, что этот звук для собак безвреден, так что вы не бойтесь. Просто он их хорошенько раздражает, и они не хотят его слушать. И, конечно же, имея такой отпугиватель, я вышел из дома и начал проверять на собаках. Сейчас вы посмотрите видео, которое я сделал с этим отпугивателем, и увидите, что же случилось с собаками, когда я наводил этот девайс на них. Позже я вам покажу еще видео других людей, которые использовали эту штуку на собаках, и сравним с моим опытом. Итак, друзья, вот мы вышли на прогулку. Здесь у нас есть небольшой лесок, и по утрам очень многие выгуливают собак. Нажимал на кнопку, собака бежала ко мне. Как видите, ноль реакции. Тут перед нами вот такая здоровенная псина, которая просто тоже никак не отреагировала. Тут я не стал сдаваться, начал догонять хозяина с собакой. Нажимал несколько раз. Вот она один раз обернулась, и все, на этом все. Тут у нас золотой ретривер, золотистый точнее. Он тоже как будто был под сомнением, что что-то не так, но не проявил никакого как бы внимания к моей персоне. А теперь, друзья, давайте посмотрим опыт других авторов на бездомных собаках. Я был, если честно, поражен. Вот идет такая баллонка, не знаю точно породу. Нажимает, она сразу убегает. Возможно, эти собаки добрые. Разбежались, дорога открыта. Тут целая стая. Проходите, там, куда вам нужно, в магазин или... моментом. То есть... здесь расстояние далекое, 30 метров, как он сказал. И видите, первая, вторая побежала. И он сейчас еще раз нажал. И третья побежала вообще. Да не, вообще метров, наверное, не знаю, 40 было. Здесь, как мы видим, тоже она убегает. Тут как бы собаки даже не злые, они просто бездомные, но они тоже разбегаются. Вот здесь, посмотрите, есть бездомная собака, а есть вот тот большой домашний белый медведь. Бездомная сразу убежала. А это, видите, она даже идет на источник звука. То есть вообще все равно. Это уже другой автор тоже. Здесь собака вообще бешеная будет. Просто пуф, пулей побежала. Старт. Тут тоже мигом. Старт. Старт. Это сразу в кусты. Старт. Здесь тоже три собаки. Как бы не очень так быстро, но... старт. Это такая сразу уж... оп.
сразу поняла, откуда звук, и сразу начала уходить. Старт. И это тоже просто мигом. Как видите, ребята, на разных собаках она работает абсолютно по-разному. У нас в Эстонии, к сожалению, нет бездомных собак, я не могу проверить на них. Но как мы видим из опыта других людей, на бездомных собаках это работает очень хорошо. Вещица довольно нужная, и я считаю, если у вас есть бездомные собаки вокруг, которые могут быть реально агрессивны, 2 бакса, 2,5 бакса это не такие большие деньги. Я видел, что есть еще другие варианты отпугивателя. Допустим, есть такие свистки, которые просто свистишь, и она также издает ультразвук. Потом есть просто такие маленькие брелочки, которые нажимаешь, и они издают тоже такой же ультразвук. Я считаю, что это хорошая возможность иметь с собой такую небольшую защиту в кармане всегда. Если вам понравилось такое видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. И благодаря вам будет канал развиваться и расти. Ссылочку на этот аппарат я оставлю внизу, вы сможете сами посмотреть. А на этом все. С вами был канал Обзор Терапия. Пока!